Эта встреча прошла при поддержке администрации Одинцовского района и по инициативе руководителя Западной Одинцовской торгово-промышленной палаты Андрея Ватажицына. Основная цель мероприятия – ознакомить экспортеров нашего района с возможностями, которые они пока не реализуют в своей деятельности. Для упрощения работы предпринимателей малого и среднего бизнеса президентом страны было принято решение о создании федеральной структуры «Российское качество». Она позволит экспортной продукции получить сертификат «Сделано в России». Государство оплачивает все экспертизы по подтверждению этого знака качества и соответствия ему. В современных условиях экономика так или иначе терпит неудобства. Любая помощь предприятиям, будь то экспортеры, импортеры или производители, очень важна. И по мнению присутствующих, такие встречи становятся все более и более востребованы. Мы приехали познакомиться вот с этим замечательным коворкингом и послушать то, что будет сказано, перенять опыт. Для бизнеса очень важно получение актуальной информации, отметила руководитель Красногорской торгово-промышленной палаты. По его словам, у нас есть предприятия, которые еще не экспортируют, но производят вполне достойную продукцию, которая может быть востребована на рынках зарубежья. Им просто надо подсказать, как это сделать. Торгово-промышленная палата, в частности Одинцовская, которая организовала сегодняшнее мероприятие, и вообще вся система торгово-промышленных палат всегда преследует самый главный принцип – доведения самой актуальной и важной информации для бизнеса. Поговорили присутствующие и про финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства. Такая мера позволит обеспечить кредитную гарантию, пополнить основные фонды и расширить производство. Предпринимателям важно знать, что, обращаясь в корпорацию банки-партнеры, они могут получить финансирование по ставкам 10-11% годовых на срок до 3 лет. Обмен опытом в условиях жесткой экономики страны просто необходим. В этом уверены абсолютно все участники деловой встречи. Проведение подобных мероприятий в дальнейшем будет способствовать развитию их бизнеса. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».